الاسم إذا كان من أسماء الكفار ومن أسماء يعني من على يكون مثلا فرعون، فهمت يا شيخ؟ قارون مثلا، هامان، فهمت؟ أبو جهل، أبو لهب، هذا ما لابد يغير الاسم. То есть есть такие имена, которые человек, допустим, из имен неверующих кафир, как, например, имена фараон, хаман, или Абу Джахль, или Абу Лахаб, тому подобные имена нужно обязательно поменять. أو من أسماء يعني القادة الكفار الذين يعني اشتهروا بحرب المسلمين. هذا ما يمكن يسمى به. Или же имена каких-то полководцев неверующих, которые воевали с мусульманами и стали известны под этим именем. Нельзя так называть. أو أسماء للمعتقد تبين توضح انه معتقد كافر. Или же какие-то имена, которые имеют несут себе какие-то كافرские неправильные убеждения верующих. هذا الاسم معروف لمن يعتنق النصرانيه مثلا. Или же что вот это имя известно, что таким именем называются только христиане. مفهوم؟ اين هذا لابد يغير. Такие имена непременно же поменять. لكن اذا كان الاسم ليس فيه شيء من هذا يبقى ما في إشكال. Но если же есть имена, которых ничего вышесказанного нету, то проблем нет, чтобы тебя ставить. نعم. وممكن يعني بعض الناس يقول أنا مثلا اسم الآن في الوثائق في الشهادات في العمل ما أستطيع غيره. نقول غير بالكنية. То есть, ну тут скажешь мне имя. أجعل الناس يعني أكثر ما ينادوا عليك ينادوا عليك بالكنية. То есть, кто скажет, у меня, говорит, сейчас в дипломе, в паспорте, в правах, всяких документах, свидетельствах написано, тяжело сейчас это поменять. Он говорит, проблем нет, говорит, человек, поменяй, говорит, имя, взяв себе кунью и представляйся людям по своей кунье. У بعض الناس من عرف بالكنية أكثر من الاسم مثل أبو هريرة رضي الله عنه. И есть люди, которые своей куньей больше известностью получили, чем своими именами, как, например, Абу Хурейра, известный своей куньей. فيعني يجعل الناس يعني دائما ينادوه بالكنية. То есть приучи людей так, чтобы они постоянно к тебе обращались по твоей кунье.